Здравствуйте, зрители канала Старина Дон. Я рад приветствовать вас на канале. Вот и у нас в деревне наступила зима. Все стало белое, красивое. Нет этой осенней грязи. Работать одно удовольствие. Снега выпало немного, порядка сантиметров 20-30. Дорогу в деревне чистят. Несколько раз проходил большой трактор, расчищал полностью всю дорогу. Этот факт очень радует. То есть нет никаких приключений, чтобы добраться до дома. Кроме этого, были морозы, порядка 20-25 градусов. На 1,5-2 недели они наступали. На это время работы останавливались. Но, как спрашивали некоторые зрители в комментариях, будут ли работы продолжаться зимой? Да, будут. Сейчас погода минус 5, снежок. Очень приятно работать. И никаких сложностей с этим не связано. Дальше работы продолжатся во дворе и по консервации дома, чтобы как можно мягче для него прошла эта зима. И кроме этого, большие планы у меня по ремонту окон в этом доме, потому что их очень много, и их очень много нужно ремонтировать и делать. Этим мы будем заниматься длинной зимой. Зрители, которые постоянно смотрят мои видео, знают, что я давно покушался на снос этого сарайчика. Кто-то называет его дровником в комментариях, но на самом деле это какая-то временка, так скажем, которую я подробно не обследовал. На это не было времени. Но сейчас время есть и нужно сносить его, так как он сильно мешает. Так этот сарай выглядит с западной стороны. Хорошо видно, что посередине него приколочены доски поперек. И явно был какой-то проход туда, внутрь сарая. Потом его заколотили. Сейчас их разберем. Разобрал вход, так называемый. Ну и что можно сказать? Картина не радует. Такого найти я, так скажем, сопоставив факты, не ожидал. Сейчас покажу. А внутри сарая я обнаружил вот такую аккуратно сложенную кучу кирпича. Сначала как бы, ну, кирпич и кирпич, все понятно. Тут много у меня строений с кирпича, разрушенных строений, там остатков от ворот, от амбаров. Не удивил они. Но потом стал смотреть внимательно и понял, что дом-то разбирали на кирпичи. Сопоставив некоторые факты, пришел к такому выводу. Здесь вот такой стол с пылью. Если кто пилил кирпичи когда-то, то сразу поймет, что кирпичи напиливались вот на такие аккуратные плиточки, которые сейчас очень модно использовать в отделке домов. Кто-то разбирал дом, причем я даже знаю, в каком месте. Теперь я это понял, что его там разбирали. Складывал кирпичи, напиливал и пускал их на продажу. Вот такая судьба у старых кирпичных домов бывает. Если за ними никто не следит, так и пускают их на кирпичи или на плиточки ради наживы, ради денег. Ну, кто-то делает это от безысходности, я так думаю, а кто-то в погоне за большим рублем. А разбирали угол с северной стороны на самом верху. Кроме этого, в другом сарае я сейчас как раз понял, что там за ящик стоит. Там стоит ящик вот с такими уже заготовленными, напиленными, упакованными плиточками. Сейчас позже вам покажу. Вот так и исчезают дома. Но с другой стороны радует, что я вовремя успел.
успел купить этот дом. И надеюсь, по мере своих сил, буду его спасать. Разбирался у дома именно вот этот угол, с северной стороны. Здесь вы видите железные листы, которые спущены ниже, чем обычно это сделано на этой стороне. И как раз под ними скрывается вот эта вся кладка, которая разобрана. Когда я монтировал водосточную систему, я обратил внимание, что придется по новой выкладывать, так скажем, этот верхний угол вровень со всеми остальными. Почему именно оттуда начался разбор дома? Может быть, было обрушение какое-то, но кирпичи в сарае именно с этого угла. Потому что больше никаких разрушений по дому и строений разрушенных, разобранных я не наблюдаю. С этого ракурса хорошо видно, как работают отливы, которые я оставил в прошлых видео. Они отлично справляются со своей задачей, и снег попадает не на кладку кирпичную, а остаются на них, скатываются вниз. В одном из сарайчиков, убирая кирпичи от разобранных сеней, от фундамента, обратил внимание вот на этот ящик. Ну, ящик как ящик лежит. Здесь и кормушки есть для животных. То есть много чего, хлама всякого. А если посмотреть внимательнее и убрать сено, то становится понятно, что в этом ящике уже лежат готовые на отправку напиленные аккуратно плиточки. То есть все уже было готово. А с виду и не скажешь. Обычный ящик. Вот такая случайная находка в сарае. С одной стороны огорчает все это, но с другой стороны радует, что дальше такой ерундой с домом никто заниматься не будет. Тут, конечно, еще интересная вещица. Я так понимаю, это кожаное. Что-то от седла, может быть. Зрители, может, кто знает, подскажет. Сарай разобран. Переложил кирпичи на поддон, чтобы они аккуратно лежали, накрыл их, чтобы вода и снег не попадали. И они нам еще послужат. Пока складывал кирпичи, вспомнил воспоминания из детства, когда приезжал к дедушке на каникулы. Мы с ним на стройке складывали кирпичи в палеты, чтобы немножко подзаработать. 90-е, те еще времена. Сколотил небольшой заборчик вокруг, чисто символически. И теперь здесь более просторное, свободное место. Конечно, еще очень много мусора и, так скажем, непонятных вещей. Вмерзли в землю, но с этим уже придется разбираться весной. Потому что сейчас отдавливать это все неблагодарный труд. То есть можно потратить уйму времени и ничего не сделать. Весной все придется собирать. Так что еще один сарай приговорен и постепенно эпопея с разбором заканчивается, что не может не радовать.
Еще одно небольшое дело сделано. Спасибо, что смотрите. Спасибо большое за комментарии и за дельные советы. До скорой встречи!